Меня зовут Наталья Белотелова, кто не знает. Мы с мужем живем на даче. Вообще мы живем на Средней Волге. А если не видели, как мы сажали с мужем морковь, вот здесь вот она выросла, то ссылочка будет под этим видео. И видите, я сегодня к вам пришла с керосином, специально покупала. У меня всегда стоял вот такой вопрос, но как вопрос? Неприятное такое действие, когда морковь вот эту нужно прореживать. Ну, разные методы использовала. Вот. И только в прошлом году увидела, что можно это делать с помощью керосина. Легко, просто, результат отличный, как показывают. Давайте я сделаю, проэкспериментирую, а вы потом посмотрите мой результат. На самом деле это работает, не работает. А если работает, то я буду вам рекомендовать. Ну, в общем, смотрите. Подписывайтесь, на моем канале будет много интересного. Уже кое-что есть. Все, что связано с дачной жизнью. Итак, приступаем с керосина сегодня. Значит, керосин, который я вам показывала. И для того, чтобы мне брызгать, я брызгать буду. Я вот с этой штуки снимаю и сюда одеваю. Благо все вот эти горлышки, они стандартные. Все, пошли работать. Итак, пошла делать эксперимент. Как я вам и говорила, я сейчас один кусочек попробую обработать. Вот тут, где у меня много, например, травы. Междурядьев-то я сделала, прополола, а вот здесь нет. И начинаем брызгать. Ну, а на следующее утро только посмотрю, живые они или нет. Если живые, то тогда продолжим. Говорят, прям вот так вот надо брызгать. И что? Получается, трава вот эта должна погибнуть. Вот и здесь сделаю. Трава погибнуть должна. А морковки, наоборот, хорошо от мухи вот этой вот морковной. Как бы ее ни будет. Ну, все. Запах керосина есть. Завтра смотрим. Я до завтра, а вы увидите через секунду. Морковь очень любит рыхлую землю. Поэтому пока у меня до завтрашнего утра идет эксперимент насчет керосина, как он работает, я вот решила здесь все подрыхлить, то есть между рядами, между ряди прорыхлить. А вот в середине очень хорошо рыхлится. Песка хорошо посыпана. Земля такая хорошая. С краю здесь напирает вот эта вот трава, корни. Как-то вот песка, что ли, меньше. С краю очень такая плотная земля. А вот здесь прям хорошая. Красота. До завтра. И да, я люблю цветы. Как видите, кроме огорода, я еще занимаюсь цветами. Если вы кроме овощей тоже любите цветы или только любите цветы, то приходите на мой канал, потому что на цветочной темы у меня достаточно.
особенно розы будут, цветущие кусты, я люблю клематисы, вот пионы, ну и другие тоже цветы. А еще у нас вот такие замечательные питомцы. Так что подписывайтесь, давайте не будем теряться, пишите комментарии, пишите, что вас интересует, какие-то подсказки для меня. Так, смотрите, я подождала еще одни сутки. И что вот с этими грядочками, где я керосином брызгала? Вот они. Вот, видите? Вот здесь вот по низу. Вот здесь по низу. Ну, вот они как бы вот, да, погибли. Но при этом, смотрите, сколько моркови. Тоже желтой. Ну, практически вся. Вот эта вот высокая, вот она, да, видите? Она покоцана с этим керосином. И вот тут вот был такой экземпляр. Вот он тоже такой. Весь в желтеньких пятнах от керосина. По низу трава. Ну, она, наверное, погибнет, потому что она керосином-то подмочена. Но дело в том, что верхушки моркови, они тоже схвачены керосином. Разве они будут жить? Я не знаю. Вот такие. Ну, они, наверное, болеть будут. В общем, сейчас буду другим способом. Вот этот участочек просто руками выдергала. Исходя из того, что будут какие-то... Исходя из того, что если будет часто, то, ну, летом на еду можно будет выдернуть. Вот здесь как бы часто. Пробую вот так вот. Так. Через определенное расстояние. Ножницы я уже использовала для того, чтобы прорядить морковку. Раза два это точно. Поэтому вот сейчас тренируюсь опять. Наверное, опять буду применять ножницы. Итак, морковь от сорняков я освободила. Сейчас мне останется только еще ее прорядить. И вот этот вот участочек еще раз показываю. Вот смотрите. Видите? Все равно трава, которая керосином. Вот она пятнами. Вот она пятнами. То есть морковка вот пятнами. И здесь вот. Вот пятнами, но она осталась. А морковка сама тоже пожелтела. Это еще раз вам показываю, что эффекта нету. Вот она, тоже вот тут вот клочочек. Кто знает, в чем моя ошибка с керосином, пишите, если есть у кого опыт. Когда морковка часто взошла, то выдергивать ее нельзя, потому что повредятся корни у той морковки, которая останется в земле. Она будет какая-нибудь вырастет корявая. Это мнение специалистов. Поэтому я прореживаю ножницами. Вообще это дело такое муторное, лучше часто не сажать. То есть остались семена, не подсеивать их, выкинуть лучше. Я так для себя сама вывод делаю. Вот, лучше выкинуть, но не подсеивать. Потому что семена-то я подготовила очень даже хорошо. Схожесть хорошая получилась. Вот, но жадность, вот в некоторых местах, видите, что получилось. Нельзя так делать. Все прорядила. Прорыхлила после мотышки. Вот так вот теперь морковь смотрится. Вот таким инструментом после мотыги. И вот так вот у меня теперь морковь смотрится. Свеклу тоже этой легкой артиллерией прорыхлила. И сейчас вот она, смотрите, уже за 3 дня такая вымахала.